И всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю новое видео, которое называется «Новогодние приключения Каденс, четвертая часть». Что, поехали? Так, что ж, я вышла. Теперь можно... О, нет. Хороший котик. Что ж, где ее мама, где эта дурацкая корона? Так, лестница. Судя по всему, мне надо идти по лестнице. Это очень даже логично. Наконец-то. Наконец-то. Так, так. Что? Корона просто так лежит? Без охраны? Это хорошо. Что ж, беру ее. Даже могу надеть. И... Ты кто такая? А ну-ка стоять. Извините. Флаттер Уолбаттер, извините. Ваше Величество, я новенькая. Ты, видимо, новенькая слуга, которая будет помогать чистить мою корону. Да, это я, Флаттер-баттер, да, это я, да. Ты так странно выглядишь для Пегаса. Я такой родилась, да, я Пегас, вот видите, я могу летать, вот так вот. Что ж, ну ладно. Можешь взять мою корону и помыть. Только потом верни. А то тебе не поздоровится. Что ж, я пойду пока отдам приказы. Господи. Так, корона. Так, кто ты такая? И что у тебя делает корона королевы? Нет, кстати, подождите. Вы ошибаетесь. Я новая слуга, которая моет корону королевы. Вот, да. Значит, новая слуга. Вы мне очень кого-то напоминаете. Кого я вам могу напоминать? Вы чего? Странно. На днях появилась новая пони, утверждает, что она принцесса, и она очень на вас похожа. Вы, случайно, не та пони? А что вы такое говорите? Какая я та пони? Я Пегас, да, и я прислуга, да, вот так вот. Да, вот так вот. Что ж, ладно, хорошо. Забирайте корону. Удачного вам дня. Я за вами все равно слежу. Ох, он ушел. Дурацкие эти командиры, дурацкие эти правила. Дурацкая прическа, дурацкая все. Ладно, сейчас принесу корону Луне и по идее. Она мне поможет вернуться обратно. Стой. Убери. Ты чего, с ума сошла? Да что с тобой происходит? Что ты делаешь? Планы поменялись, причем очень экстренно. И нам нужно вернуть корону. Ты серьезно? Я только что еле ее выкала. Меня чуть не раскусили. Ты издеваешься? Ты совсем? Да, мы что-то произошло. Нет, вы чего? Нет, совершенно ничего не произошло.
Это вы разговариваете с новой прислугой? Да, вот говорю ей, чтобы она пошла в мой кунты и убралась бы, а я бы отнесла корону сама. Вы сами хотите помочь с мытьем короны? Это на вас очень не похоже. Я просто захотела, а ты иди выполняй свою работу, ясно? Ладно, вас, ваше высочество, я понял. Хорошего вам дня. Да-да-да, иди. Быстрее, сюда. Сюда, я сказала сюда. Что? Что на этот раз? Я же говорю, у нас проблемы. Какие проблемы? Проблема в том, что мамина корона не работает вообще. Прям ни в каком. Не работает. В смысле не работает? Зачем я ее тогда крала вообще? А? Видишь ли, есть небольшая проблема. Мы не учли один нюанс. Мамина корона — это не та корона, которая нам нужна. К сожалению, она не обладает магией. Это просто обычная побрякушка, украшение. Все. Я не знаю, где находится магическая корона. И прости, я не могу тебе помочь. В смысле, ты не можешь мне помочь? Как? Что? Я же говорю, я не могу тебе помочь. Но есть один вариант. Если ты пойдешь в библиотеку... Да. Если я пойду в библиотеку, бла-бла-бла-бла-бла. Найду книжку и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Она мне ничем не поможет. Поможет, возможно. Возможно, ты меня просто обманываешь. И, возможно, ты не та самая гада. Зачем я тебе вообще начала помогать? Ты хотя бы вообще знаешь историю, Каденс, что произошло? И почему тебя, возможно, все вокруг ненавидят? Да меня все нормально ко мне относятся. Да, только когда все слышат имя Каденс, все кричат: «Господи, помогите!» Что за бред? Ты вообще о чем? Ладно, я не хочу с тобой возиться, я передумала. Что ж, иди лучше попроси помощи у кого-то другого. Да что с тобой происходит? Ты же только что совершенно где-то 30 минут назад ты мне хотела помочь. Ладно, хорошо. Если ты хочешь услышать, что произошло, просто идем в комнату. Чего? Идем в комнату. Вот сюда, быстрее, все. Да, молодец. Ты чего? Мы находимся на втором этаже, здесь меня могут поймать. Не могут поймать. И вообще, понимаешь, я тут так подумала, это не та корона оказалась. И как бы зачем мне тебе помогать, если я сама не попаду в то время, в котором я хочу жить? Да ты... Что ж, я понимаю, ты расстроена, что эта корона не работает, что ты не знаешь, как вернуть меня обратно и как самой попасть в то время, когда все было хорошо и все праздновали праздники. Но подумай логически, если я та самая Каденс, получается, твоя дальняя родственница, которая жила еще давным-давно, когда были праздники, и подумай логично, если я вернусь обратно, то, возможно, каким-то образом, узнав проблему и узнав, почему праздники отменили, я смогу это предотвратить, и будущее изменится, и ты будешь жить в хорошем мире, где все будут праздновать праздники. Как тебе такой вариант? Что ж, ладно, он меня устраивает. Но так и есть теперь одна небольшая проблема. Мамина корона, мягко говоря, пропала. В смысле пропала? Где ты ее оставила? Я ее оставила внизу. Да пойдем, возьмем ее. Если мы сейчас спустимся и просто так возьмем корону, все подумают, что мы реально с ней хотим что-то делать. Ну, как, конечно, что помыть. Ладно, я сейчас. Вот она! Что? Ваше Величество, да. Она здесь, воровка моей короны.
Что ж, мне она тоже казалась подозрительной. А ну-ка, взять ее. А какой взять? Стой, подождите, пожалуйста, не подходите ко мне. Я ведь всего лишь служанка. Бежать! Ай-ай, ой-ай, о-о, бежать! Ай-ай-ай-ай! А ну-ка, взять ее. Да-да, сейчас, да-да. А ну-ка, стоять, стоять, стоять. Вроде оторвалась. Черт! Теперь меня разыскивают. Класс! Класс! Ну, супер день! Просто супер день! Надо подумать и надо найти жилье. Я так долго не протяну. Еще этот дурацкий наряд. Ну, хотя бы так я выгляжу более-менее незаметно. Для окружающих. Да, вот так вот. Спокойно иду и найду себе дом. Так. А что? Что? И... Это, как я понимаю, местные дома. О, кошмар. Но я в таком доме жить не буду. Причем на улице как бы зима. Ладно, выбора нету. Придется залезть в этот дом. Ой. И переночевать. Ваше Величество, мы нашли вашу корону. Вот она. Прекрасно. Прекрасно. Что ж... Корона, это, конечно, хорошо. Я все равно недовольна поведением этой прислуги. Она себя странно и очень подозрительно вела. Так что... Я слушаю вас. Начать поиски, что же еще? Пока не найдете ее. Не отдохнете. Ой, не отдохнете. Но, Ваше Величество, вы же обещали, что... На следующей неделе у нас будет никакого отдыха, я сказала, пока не найдете эту пони. Вам ясно? Да, да, Ваше Величество, конечно. Вздумали со мной играть с игры. Опять эти аликорны начали свою игру. Здесь я единственная королева. Так этому и быть. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет следующее видео. И всем пока! Пока! Пока!